Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, вот наконец-то дошли руки, я высидел, вырастил эпического дракончика, это у нас Хель, сестричка Тора, так, первый ребенок Одина, или, конечно, да, что-то типа того. Отлично, вот такая вот она, кстати, она у нас там, да, все по скандинавской мифологии вместе с песиком. Так, Хель, пустота, тень и ветер, у нее стихии. Дракон Хель повелевает теми скверными душами, которые не отличались добротой при жизни. Тренер считает, что дракон Хель, вероятно, повстречалась со многими викингскими душами. И сила 70 для эпика, это вполне неплохо. Вот так, давайте будем тогда... Нет, не так. Скриншотик. А, теперь кормить. У нас там тоже есть задание какое-то, потратить сколько-то там еды, по-моему. Или оно было викинское, мы сейчас зайдем, глянем, что мы там. А, не, вот оно активировалось. Ладно, давайте что-то покормим. 14 миллиончиков еды. Слушай, да какого уровня тебя кормить надо? Ну, когда там у нас выполнится следующее задание? Так, вы получили нового дракона. Да, как бы, и чё, я что-то там получил. Странно как-то, вроде сюда что-то улетело. На что могло сюда улететь? Или оно улетело туда, куда-то в кубки? Так, надо, кстати, еще тоже тут... О, новинка, новинка, корица. Да? Ладно, чё, северянина даже не вырастил. Вот это я... Даю. Комбинашку продолжаю, ребятки, выводить. Ну, вот этого нашего акционного дракончика. Вот это вот. Афродитку пытаюсь вывести. А, сила 74. Ну, есть водичка у нее. Не знаю, стоит ли ее тоже взять, может, подкачнуть. Водичка есть. Ну, хотелось бы две стихии, которых у меня нет. Но пока что не получается. Так, что у нас тут по кормежке? Так, випов, это по сбору денег. Вот, нужно потратить 1,2 миллиончика. Это, в общем-то, легко, не знаю. Ну что, давайте тогда подкормим осень. Осень, осень, где ты, моя дорогая? Где, в общем, у меня легендарное жилище, кто знает. Так, да, вроде же здесь должны быть. Почему я тут не наблюдаю осень? Где мой дракон 47 уровня? Какая-то мистика. Кто украл мое жилище? Так, вот здесь у меня что-то есть. Блин, ну вот это дожился. Приходится осень искать через... Осень, это ты? А! А почему она у меня невидимая? А, я ее отправил, осень. Ну вот, в общем-то, мы и выполнили наши условия. Да, давайте на 49. У нее есть стихия зелени. Она нам, короче, очень надо было в прошлом подземелье. Так. Что у нас тут еще есть такого интересного? Сколько у нас кубков? Кстати, да, мы же пытались тут 1000 кубков, ребятки, перевалить за 1000 кубков. Вот, кстати, у нас наша же осень усиленная. Давайте сейчас попробуем. Четыре миллиона, 4,5, можно так сказать. Так, это должно быть легко. Хиппи, дракон хиппи какой-то был. О, 10-й Неджа. Странно, легко. Снова 10-й, капец. Сколько у него кубков у этого человека? Как он здесь вообще оказался? Как это может с одним драконом сильным здесь оказаться? Ну, а, либо он поставил специально так, как делаю я, чтобы его побеждали и откатывали кубки обратно. Реально, был один только дракон стоящий. Так, и у нас боевой сундук, по-моему, должен быть.
Да, боевой сундук. Давайте сразу его откроем. Ну, вот это привалило, ребята. Легендарные. Хороший, да? Или отличный? Отличный это у нас осколок. Великолепный. Это у нас на 5 звездочек. Вообще шикарно. Так, ну-ка давайте. Отличных. 70 штучек, ребята. Вот это уже поинтересней. Поинтересней. Так, факел, факел, факел. Котлык, слияние, колдовать. Миха. Трабл. Вот это наш факел, да? 53 уровня. 21 отличная звездочка. Это чтобы колдануть его на следующий уровень. Тридцать две на пятую звезду. 32 аж надо. Ого. Странно, да, что как бы на розовую звездочку нужно меньше. Я представляю, сколько нужно на вторую звездочку. Ладно, пока пусть будет так. Идем дальше. 60. Ищем противника. Есть противник у нас. 30, 50... 53. Вот такой вот у нас есть дракон. Металл. Давайте сейчас мы тут нагребем металла. Металла. Так, и еще чего-нибудь взять такое. Помощнее, что ли, чтобы было. Энергия, энергия, энергия. Ну, щита давайте обычный возьмем еще. Помчались. Должны надрать задницу. Ну, как-то странно, да, что покупка мы как бы не откатились. Особенно. Так, ну давай, Архангел, давай, давай. Архангел Миха. Так, 45-й. Ну, блин, да, это разница 10 уровней. Ни о чем. О, 50-й, это уже посерьезней. 5 лямчиков, неплохо. И тебя давай пробиваем. С одного ударчика. 5 лямчиков, отлично. Так, ничего интересного пока не попалось. Так, 74. Тоже, в принципе, нам подходит. Так. Представляете, огонь это, блин, простецкая. Х2 всего лишь. Так, 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 так. Ну да. В принципе, подходит нам. Факел, раздавай всем. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, чё-то я усиление не взял никакое. Ух, затащил. Блин, вот это так часто бывает. На автопилоте идешь, идешь. И бывает так проиграешь. Просто не посмотришь, что там один дракон какой-то суперсильный. Так. Ну вот, приходится теперь вот так вот брать. А если бы был повнимательнее, да, обошлись бы без траты. Я просто берегу вот эти очень усиления. Они прикольные. Так, и снова 16. О, как раз мы тыщеночку, да, соберем сейчас. Это же прекрасно. Так, что нам нужно? Пустота.
пустота. Погнали. Так, давай повнимательней. Ой, вообще как-то мало. Чё-то я перебдел. Давай, рубина так завалишь. Ты же бог египетский. 54. Так, это будет больно. Звездная пыль. С одного удара. Ничего себе. 13 лямчиков урон. Фу, и рысь тоже легла с одного удара. Так, 50-й. Крепкий противник нам попался. Ух. Ну что ж. Все усилялки воспользовали. Принц, давай. Несарское это дело. Пироженка всякая тут. Добивать. Так, ну, мы тыщеночку, да, уже набрали. Редкий щит попался нам. Мы перешли впервые в пятую лигу. Так, и нам вот дали колдовской приз Дракон-Волк. Так, в общем-то, вышибла, короче, нас из игры, как вы и поняли. Ну, нам дали дракона волк. Давайте вот посмотрим, где-то у нас новый дракон волк должен быть. Дракон волк. Так, это не тот. Вот, такой вот дракон. У меня его, получается, не было, да? У нас тень, тень и пустота. И атака 70. Это хороший эпический дракончик, получается. В бою дракон-волк остается верным своей команде и любой ценой защитит ее от викинга. В общем-то, прикольно. Дракон, нужно будет его поставить на выведение. Да, так, что у нас тут интересного? Так, сгинь, китаец. Снежный шар. Давайте купим пару снежных шариков. VIP-билет за... Ну что, купим 3 за 100 еды. Это вообще подарки какие-то. Так, ну, за кристаллы я ничего не покупаю. Я их экономлю. Так, ну, в общем-то, пока что все, ребятки. У меня там места заняты. Ну, кстати, тут лишний дракончик гуляет. Ну ладно, пусть себе гуляет. Пока что у нас места есть. Давайте посмотрим, что я тут... Смотрите, как плохо нарисованы шарики. Так, я тут немножко порасчищал. Так, ага, все, больше денег ни на что не хватает. Но еще есть места. Вот сюда можно, наверное, втулить одно или два жилища. Вот еще есть место. То есть такие кубики по 6, а вот те вот по 18, да, миллионов. И здесь я прикидывал, сюда вот не помещается, да, тоже у нас, вот точнее, вот сюда прикидывал, не помещается жилище. Наверное, вот этот кубик мешает, надо было его убрать. Ну, вот такие вот пока что у нас, ребятки, дела. С вами был Александр, всем спасибо за просмотр и до скорых встреч, всем пока.